Дорогие друзья, у нас праздник Курбан-Байрам. И вот костыби татарские сделаны в честь этого. Вкусно татарское блюдо с чаю. Готовится очень быстро. Сухие лепешки и толченая картошка. Заливается сливочным маслом. Вкусно к чаю. Еще у нас праздник. День дошкольного работника, день воспитателя. И это очень хорошо, что совпадают эти праздники. Жизнь продвигается, а главное – это наши дети. Вот как цветы, вот эти чудесные цветы, которые подарили родители, открытку, которую подарили. И вот такой вот красивый чайничек – это тоже их подарок. Огромное-огромное им спасибо.